Мирное время приходит вслед за любой войной. Но помним ли мы имена тех, кто оплатил мир собственной жизнью? В 1907 году в России было учреждено Императорское русское военно-историческое общество. Его участники собирали сведения о войнах и воинах, воздвигали монументы, открывали библиотеки. А в 1914-м доказали свою любовь к Отечеству с оружием в руках на фронтах Первой мировой. Российское военно-историческое общество воссоздано в 2012 году указом президента Российской Федерации. Его важнейшие цели – изучение военной истории России и противодействие попыткам ее искажения, сохранение и создание всех видов и наименований памятников военной истории России, организация выставок и музеев, воспитание граждан России в духе любви, преданности и беззаветного служения Родине. Без прошлого нет будущего. Российское военно-историческое общество.